Итак, вот я вырезала и обвязала нижнюю часть шубы. Здесь уже втачены карманы, то есть я как бы не стала ничего здесь переделывать, просто вырезала необходимую деталь нужную и обвязала. Также крючочком, столбиками без накида. Теперь нужно будет эту нижнюю часть, юбочку, привязать к резинке. Резинка тянется, поэтому по длине они должны совпадать. Привязываю так же, как на рукавах, вискозой. И затем вяжу ряд столбиков, прочных столбиков и дальше узор. Итак, вот я привязала данную деталь. Сейчас у меня работа выглядит вот таким вот образом. И остается только связать резинки для манжетов. Я буду вязать из вискозы вот такую же резиночку. Резиночки должны быть немножечко как бы входить вовнутрь рукава.